И привет, мои дорогие ребятки. У нас девайсик для дождя. Так, у нас здесь пришел вот такой пакован длинный. Здесь, как вы видите, из названия зонтик. Так, что у нас китайчик оформил его в $8. Сейчас. Фокус. $8 есть. Оценил, весь он в пупырке, в пузырях. Уверен, все дошло в хорошем состоянии. Но единственный минус, тут что тут был скрытый чуть-чуть. Если видно, видите, здесь вот скотч наклеен, тут дырка раз была. Вот раз дырка. Вот два дырка, видать, что-то либо пытались подсмотреть, что там, я не знаю. Зачем, для чего, ну да ладно. У меня уже такого плана был один зонтик, то есть вот такая вот палка, моталка, стоячий зонт, кстати, то есть у него должна быть, сейчас покажу, вот так разматывается, раз, поставили, здесь вот такая вот палка, вы ставите, раз, и у вас показывается, не стекает все, ничего лишнего, ничего. Так, здесь у нас что встречает? Так, смотрим внимательно. Здесь у нас ручка, то есть можно так вот что-то повесить за руку там, либо если женская рука будет скорее вот так вот, так на руку повесили, можете спокойно, либо же повесить на крючок. Здесь у нас клавиша открытия, фиксации. То есть у нас получается вот такой вот зонтец. Он двусторонний, то есть здесь два слоя идет, слышите, то есть он такой двухслойный. Думаю, если даже дождь будет конкретный проливной, вы не намокнете. Здесь преимущество, здесь вы видите, чисто такой однотонный. А во внутрях он вот такой вот красивый, пестренький. Опять же, собрали его, у вас вот такой вот стоячий зонтик получается. Вот такое чудо красота. И это счастье обошлось там порядка $13. Ссылку же, конечно же, на товар оставлю в описании. Переходите, заказывайте, ребятки. Также не забываем про Alitus, отслеживать динамику цены товара и не попасться на лохотрон китайца, то есть с завышенной ценой. Либо вы можете договориться, чтобы он вам скинул, либо пойти к другому продавцу, найти где более дешевле. Опять же, следить за рейтингом продавца, насколько он качественно обслуживает своих клиентов. Вот так вот у вас и стоит ваш зонтик, опять же. Так, что еще от вас, ребятки, конечно же, лосики, подписочку на канал, жмем вот тут колокольчик, дабы не пропускать последние уведомления. Вот здесь и вот здесь будет два видосика новых, либо не новых, просто будет два видосика. Переходите, смотрите. Я с вами не прощаюсь, с вами был Александр, и вы находились на канале «Китай в топе».